Всем привет, дорогие мои, с вами Кононова Анна и еще немножечко, чуть-чуть новинок каталога 14. Боже мой, какие классные, суперские новинки. Ну что ж, поедем. Начнем с таких вот губок. Губки мне очень понравились, сразу вам скажу честно. Прям безумно понравились, они клевые. Так, значит, первое, что у нас тут с вами, это профи варежка, размер 21 на 23 сантиметра. Называется «Сила чистоты». Давайте открывать. Приходит, кстати, в классной упаковке. Да, прикольно, так можно даже это дело дарить. Артикул 910-487. Ага, даже как знак внимания, просто что-то такое подарить, да, клевое. У нас девчонки смеются, говорит, будет здорово, говорит, на Новый год что-то туда положить и подарить. Вот, ну прикольно, да, она такая губковая какая-то, такая плотненькая. Значит, нам говорят, что тут особая текстура, сочетание рассеченной нити, ультратонкого волокна. Давайте с вами будем увеличивать, смотреть. Да, то есть ультратонкого волокна, вот такие вот тут всякие штучки, и колюченькие слегка, и не колюченькие, да, то есть видите, вот всякие такие волосочки, да, то есть вот они идут. И вот эта вот текстура, идет сочетание нити ультратонкого волокна и специального жесткого скраба, который обеспечивает особую износостойкость и необыкновенные свойства, то есть таким вот образом. Что-то такое вот интересное. Тут прошито по центру, получается. И из-за того, что по центру прошито, удобно держать. Да, то есть держим. Кольцо, кстати, цепляется за это. Ну, тут надо было снять перед обзором мне просто кольца. Сжимаете, грубо говоря, да, вот двумя пальцами. У меня сейчас тут один указательный, тут все три остальные поместились. И начинаете прибирать. То есть сжали и прибираете. Удобно, здорово. Да. Такая красота, двухсторонняя уборочка получается. Я, конечно же, сразу заказала две. Удобно двумя душ мыть, да, прямо здорово и классно. Цвета очень яркие, красивые, суперские. В общем-то, будем пользоваться с превеликим удовольствием. Профи варежка, она идет размер 21 на 23, артикул 910-487. Такая вот кроссовка мне пришла. Дальше, что я себе заказала, это пару таких вот профи дисков. Давайте же смотреть. Ну, что сюда напрашивается? Что-то быстренько протереть, если вытекло. Что-то отскрести. Мыть посуду тоже будет удобно. Но не совсем, она слишком крупная. Размер тут идет 12 сантиметров. Артикул 910-485. Материал идет также, вот как вы видите, сейчас вам сфокусирую, да, микрофибра, полиэстер, полиамид и так далее. Такая аннотация у всех продуктов. Профидиск, он идет для очищения труднодоступных мест, рельефных поверхностей и даже обуви можно мыть, чистить. Диаметр 12, именно что диаметр 12 сантиметров, и артикул 910-485. Очень плотная, классная. Такое ощущение, что вот она должна быть какой-то дорогой, классной, ну хотя стоит она не так и дорого. И они износостойкие, как нам в каталоге говорят. Их можно использовать без средств бытовой химии, а подходят для аллергиков и очищают и полируют. Вот это тоже прикольно. Да, звук такой. Так, следующая губка. Вот ей, наверное, мыть посуду или не мыть посуду. В общем, она прям, посмотрите, какая. Да, кстати, такой наборчик можно собрать и тоже подарить, получается. Прикольная такая упаковка. Профи-губка гибкой формы и компактного размера. Подходит тоже под все, получается. Все, что вам захочется. То есть, получается, такая вот она прям хорошенькая. Тут что-то грубое прошито. То есть, не знаю, будет ли удобно мыть посуду. Она слишком как бы вот большая. Но прибираться, мне кажется, будет одно удовольствие. Если это для труднодоступных мест, да, можно там согнуть, залезть, что-то сделать. Это уже нет. Она прям такая набивная. И уже конкретно что-то отскребать получается. Так, артикул 910-486. В общем, я довольна покупкой этих новинок. Мне оно очень даже нравится. Так, что тут у нас? А, гидрогелевые патчи, бальзамы пошли. Угу, профи-диск. Угу, то есть вот такой вот чек небольшой. Так, дальше поехали. У нас с вами появилось много еще всяких новиночек. Но самое классное из этих новиночек, это, конечно, уходовые средства. Я всегда очень люблю уходовые средства от компании Faberlic. И очень люблю носки, потому что таких носков качественных в магазине очень сложно найти. Итак, сначала мы с вами поговорим про ботанику. Вот таких вот два кремчика мне пришли. Это очень бюджетная косметика. И вся серия средств берет ухода за кожей и волосами, в основе ценные природные компоненты и фирменный
специальный кислородный комплекс для максимальной эффективности. Есть у нас дневной и ночной. Очень хорошо, что у них отличаются упаковочки. Давайте посмотрим дневной фитокрем алоэ. Да, такой вот светленький. Довольно-таки, кстати, он подойдет как база под макияж. Я уже чувствую по консистенции. А что он делает? Значит, он обеспечивает глубокое увлажнение в течение дня. Он помогает восстановить, поддерживать водный баланс кожи. Он удерживает влагу в клетках кожи, предотвращая ее потерю и устраняя сухость кожи. Легко распределяется и быстро впитывается, не оставляя ощущения липкости. Также подходит для любого возраста типа кожи. То есть это такая базовая линеечка между антивозрастными. Например, можно попробовать ее. Также в составе идет алоэ вера, который увлажняет и сохраняет гидробаланс, также ускоряет регенерацию клеток. И морожка, она обновляет, восстанавливает даже самую сухую кожу, делая ее более гладкой, сияющей и шелковистой. Ну что, впиталась довольно-таки быстро, практически мгновенно. Я удивлена. Запах какая-то вот алоэ, свежесть, что-то такое вот легонькое, приятненькое. В общем, что-то такое клевое очень. Мне нравится такой запах. Ой, как вкусно. Очень вкусно пахнет. Значит, и давайте с вами посмотрим еще ночной. Тоже идет вот на такой защитке. Получается, вот при вас ее оторвала. Очень маленький. А, кстати, артикул у дневного 0,657. Для всех возрастов 0,657. И, кстати, я не загуглила для вас аннотацию. Поставьте, пожалуйста, на паузу, почитайте состав и все, что вам нужно, и все, что вам важно. Да, забыла, что это новинка, и решила не фокусировать вам. Значит, у второй новинки артикул 0658 это ночной фитокрем. Да, тоже алоэ вера и морожка. Тоже можете поставить на паузу, посмотреть состав, что он делает. Он идет для бережного ухода. Также обеспечивает глубокое увлажнение, помогает восстановить, поддержать водный баланс, восполняет дефицит влаги в клетках. На утро кожа ощутимо более гладкая и шелковистая. Ну, то есть такой вот он кремушка. Очень много выдавила, поэтому сейчас пойдет он по руке. Прям безумно много. Но он мне нравится. Запах сразу такой свежести, но не яркий. Легко распределяется, быстро впитывается, восполняет дефицит влаги в клетках кожи. Также содержит алоэ вера и морожку. То есть вот таким вот образом. Так. Ну, очень вкусно. Обычно дневной крем, он дает какую-то больше защиту, да, а ночной крем, он уже дает восстановление. Тут я так поняла, что кремы практически одинаковые. Написано, обеспечивает глубокое увлажнение кожи во время сна, помогая восстановить и поддержать ее водный баланс. То есть ночной крем восстанавливает, у нас с вами получается, да, а дневной крем тоже в течение дня помогает восстановить. То есть это серия восстановления, да, грубо говоря, таким образом. То есть защиты тут нету. Только восстановление дневное и восстановление ночное. Как я, если я правильно поняла. Так, дальше будем с вами смотреть кучу носочков всяких разных. Так, очень давно хотела их посмотреть. Они лежат. Я ведь их без вас даже не открываю. Представляете? Так, значит, первые носки с бамбуком женские. Очень интересно было посмотреть. Артикул 820-685. Размер 36-38. Состав 68% бамбук, 29% полиэстер. На мой взгляд, очень нежные. Хорошие такие носочки. Приятные. Почему-то тут вот, видите, скатывается. Но это, наверное, так вот и будет. А может, в натяжку и не будет. Но немножечко что-то вот, как будто, видите, скатывается, да? Вот. Давайте же смотреть. То есть вот такие вот они, не толстые, не тонкие, но они, ну, как бы средние. Да? То есть, ну, вот кольца, если сильно натянуть, они будут просвечивать, как вы видите, да? То есть мне нравится у них очень сильная супер-мега-эластичность. Это, во-первых. Во-вторых, я не могу сказать, что у них пятка укреплена. То есть у них тут нет никакого укрепления на пятке. Вот за это я, конечно же, переживаю, видите, да, ногти. Да, привет-привет. Вот, ну посмотрим, поношу, узнаю. Пока не поношу, я не узнаю их износостойкость. Так, следующие носочки. Носки тоже с бамбуковым волокном. А тоже 36-38 размер, тот же состав. Артикул 820-681, только уже вот такие хорошенькие бежевые. Да, то есть вот тут видно уже, как они чем-то скатываются так интересно, да. Вот они какие. Ну, довольно-таки, они очень какие-то, знаете, такие эластичные, прямо сильно эластичные. Да, и тут уже можно увидеть, что пятка не укреплена тут. Тут просто шов, видите, а пятка не укреплена. Ну, посмотрим, сколько я их проношу. Обязательно скажу об этом в пустых баночках. Так, следующая пара носков. Так, с бамбуком кремовый мусс. То есть, я так поняла, с бамбуком все одинаковые.
И, честно сказать, зря я по одной штуке взяла. Думала попробовать. Мне очень нравится вот эта вот эластичность. Так, кремовый мусс 36-38, 820-677 артикул. Как бы очень такие они эластичные. Мне кажется, мне их муж даже легко оденет. А то мы заказываем носки мужу в самокате белые. Он любит белые носки у меня. Белый и черный, он никакие больше не признает. Я ему как-то Фаберлик и синие всякие разные заказала. Он сказал, изношу, но больше не бери. Я говорю, все понятно. Так, дальше. Носки с бамбуком женские. Артикул 820-679. Цвет латте. Поняли, да? Да, цвет латте. Отличные носочки. Но они прям, понимаете? Они прям пружинят, они какие-то вот полностью целиком очень хорошо прорезиненные. Я, если честно, первый раз в компании Faberlic вот такие носки встречаю. Таких не было еще ни разу, серьезно говорю. Поэтому, да, можно заказать, в принципе, и побольше было мне их, потому что они действительно хорошенькие. Далее такая вот упаковка носков. Тут уже абсолютно другие носочки на ощупь. Это у нас носки в рубчик. Две пары. Артикул 820-675, светло-бежевый меланж и мокко меланж. Размер тоже 36-38. Состав 68 хлопок, 29 полиэстер, 3 эластан. Ну что ж, поедем смотреть в рубчик. Угу. То есть такими вот штучками, да, вот это и есть рубчик. Слушайте, ну хорошенькие, прям чувствуется, что такие прям натуральные. Они менее эластичны, но тоже довольно-таки эластичны. Пяточка тут уже, как вы видите, укреплена, получается, мысочек, носочек тоже. То есть хорошенькие такие. Тут уже ничего не скатывается, они немножко другие, да. То есть широкая, ну такая, знаете ли, хорошая туговатая резинка, и они довольно-таки высокие. То есть нормально, мне нравится. Вот эти вот темные, у меня такой цвет мама вот любит, а я вот нет. Я, наверное, маме я их отнесу, не буду их ни примерять, ничего. Угу. То есть вот такие вот они в рубчик идут. Тут уже меньше просвечивает, как видите. Давайте на свет посмотрим. Угу. То есть таким вот образом. То есть они такие, мне кажется, они более теплые, что ли, да, но не намного теплые. Кстати, вот еще такие есть. Это с бамбуком 820-683. Я уже их не буду открывать. 36-38 артикул. Так, следующие носки. 820-673. Бордовый меланж 36-38. Размер, состав идентичный предыдущему. Так, синие. Почему-то я не люблю синие. Да? То есть они вообще ничем не отличаются друг от друга. Просто разные цвета. И бордовые. Тоже хорошенькие носочки такие. Плотные, мягкие. Так, ну и последнее. Очень жалко, что вообще-то нет белых. Очень жалко, потому что белые приходится все время покупать где угодно, только не в Faberlic. Носки в рубчик. Тоже две пары. Светло-серый меланж, темно-серый меланж. 820-671. Тоже такие. Ну прям очень хорошие, приятненькие такие. Ножкам будет хорошо. То есть они не супер теплые. Кстати, на момент съемки видео сегодня мне придут вип-новинки уже следующего периода. Не знаю только, когда я их выпущу. Да, вот такая красота. Слушайте, носочки вообще супер класс. Дальше у меня есть, как у вип-консультанта, скидка 70% на один продукт от черной цены в разделе вещи, одежда. Вот я взяла с размером 146, с артикулом 534-521 трикотажную фуфайку с коротким рукавом для девочки. В принципе, у нас такая уже была, но Вика из нее выросла, она немножко подистаскалась. И девчонки говорят, Ань, нам бы какую-то такую домашнюю, которую не сразу придется выкинуть, потому что у меня дочь очень любит поделки, рисовать, что-то делать. И иногда после 85 отбеливаний футболка приходит просто в негодное состояние уже. Такая, знаете, замызганная становится. Сколько не отбеливай. И поэтому они меня попросили что-нибудь, закажи, говорит, ей черную. Я говорю, ну черной для девочки нет Faberlic, а вот такая детская Марин есть, просто супер, мне очень нравится, качество хорошее, все хорошо. Тут даже немножечко антирастяжка вставлена, да, рукавчики. Вообще детская одежда в компании Faberlic по ГОСТам и Санпинам производится, все тестируется. Поэтому вот такая вот прямо сейчас носить. У нас еще и 152, но они уж очень ей как-то, знаете, великоваты. Слушайте, крем вообще полностью впитался. Далее мы уезжаем в Москву в командировку на ассамблею Faberlic, и плюс у нас будет свое мероприятие, плюс у нас будут съемки на Никопольской 4 в офисе компании Faberlic, плюс то, плюс все. В общем, нас не будет больше 2 недель. А так как у меня есть уже более 5 лет со мной вместе работают, а боже ты, уже 7 лет. Наверное, да, наверное, 7 или 6,5 лет. У меня есть
хозяюшки по дому. И для них я вот набрала таких вот губок. Шикарные просто губки. Теперь с губками у нас перебор, но ничего страшного. Это очень супер классная вещь. Это салфетка для уборки со скрабирующей сеткой. Ей можно пользоваться также и сухим, и влажным способом. То есть вот эта вот сторона очень мягкая, нежная. Прям такая, знаете, вот до безумия прям хочется. У меня одну забрала дочка младшая и сказала: куклу, мама, я буду укрывать. Очень красивое одеяло. Я говорю: ой, да ладно, бери. Не в 200 рублей счастья. Согласны, да? Думаю, пусть берет, бог с ним. Но мне все время что-нибудь таскает. И вот с артикулом 910-401, размер 28,5 на 28,5, мне она очень-очень понравилась. Состав у нее тоже идентичный предыдущему, полиэстер и так далее, полиамид. И она идет чисто как для уборки. Эта сторона очень такая грубая. То есть сеточка такая, ну-ка, вот так сделать. А, вот она, видите, вот так вот делается. Ну, такая грубая. Вот, а это мягкая-мягкая. Да, то есть смотря чего. Вот так будете тереть, все ототрете. Вот так будете тереть, просто пыль соберете, да. То есть как вам удобно будет. Я обычно вот так, кстати, как она сложилась, я так и делаю. Тру-тру, где-то какое-то сложное пятно. Я хоп, и опять протираю. То есть вот таким вот образом там перевернула. И опять протираю. То есть, ну, удобно, да. Хорошо, поэтому взяла им. Пусть расходует, мою двери, окна, ставни, как говорится, чтобы все-все помыли. Вот, чтобы все у них было хорошо. Моющих средств тоже много уже заказала. Что они мне там дорасходуют, не дорасходуют, я потом по карточкам твой бонус дорасходую. Дальше, 70% скидкой Cardio Support заказала. Артикул 156-84, просто обалденная вещь. Не люблю про это рассказывать, но признаюсь. У меня у дочки сделана у старшей операция на сердце. Перенесла на эту операцию очень сложно. Ей делали операцию 7 лет. Сейчас ей 22 года, у нее то есть сердечная недостаточность, то нету, хотя эхо, все-все отлично. У нее все хорошие анализы, но сердечная недостаточность постоянно выходит. А с помощью Кунизин Q10, кардио суппорт, магния и еще чего-то там, я уже забыла. А, кардио от чистоты, что-то там с сердцем связано, чистоты БАД, сейчас не вспомню, да. То есть мы убрали сердечную недостаточность моему ребенку. Ну, для вас она уже взрослая девчонка, для меня она ребенок будет. Артикул 156-84. Очень хорошая штука. Я прям убедилась в том, как он хорошо работает. Прям очень сильно убедилась, без всяких таблеток. Так, это у нас, как вы видите, распродажа. Кто участвовал в распродаже, тот, наверное, увидит. Катя у меня очень любит сакуру. Поэтому укрепляющий бальзам для всех типов волос. Камелия, артикул 79-27 я заказала. Он такой, знаете, нежный, клевый, классный. И плюс ко всему безумно приятный такой свежести аромат. И вот эту она, ух ты, тут еще как. И вот эту она любит, конечно же, больше всего. Так. Да, розовенькое такое, гламурненькое чудо. Довольно-таки густое, видите, еле-еле течет. С очень приятным ароматом. Какого-то, не знаю, не могу понять, какой тут аромат. Ну, такой сладкий, такой, знаете, тяжелый сладкий аромат. 77-24. Такой приятненький, мне нравится. Далее, конечно же, я так понимаю, раз распродажа остатки сладкие, то это выводится из ассортимента. Не знаю, когда выведется. Иногда в остатки сладкие попадают продукты, которые так быстро разбирают и расхватывают, что компания говорит: божечки ты мой, какие классные продажи. Дай-ка я еще выпущу. И начинает выпускать. Но это редкий случай. Значит, это у нас такая вот маска Lotus. Да, такая вот красоточка. Артикул 77-26. Видите, какая она густущая. Сейчас как шлепнется на стол. Да, она очень такая густая. Вот она, видите, какая. Она не потечет и ничего. Очень удобно с ней делать маску. Прям очень мне понравилось. Все здорово, великолепно. Вот, запах. Очень такой, знаете, приятная какая-то такая, клевая. У нее свежесть идет. Очень симпатичная, конечно, она на вид еще. Запах свежий, приятный такой. И, ну, конечно, лотос. Он известен свойствами и высоким содержанием полезных микроэлементов. Это восстанавливающая маска, которая сглаживает чешуйки волос, придает им силу и блеск. Ну да, в принципе, все так и есть. Очень такая хорошая, дежурная, я ее называю, масочка. Часто ее беру где-то с собой. Единственное, у Арису, вот единственное, мне не понравился вот этот вот какой-то шампунь, маска, мицеллярный
шампунь какой-то странный он, да, мне не очень понравился. Вот, дальше, мои любимки, антивозрастные гидрогелевые патчи. У меня есть открытая упаковочка, поэтому ту я открывать не буду. Артикл 0948. Эти патчи делают просто невероятные вещи. Во-первых, тут есть гидролизированный коллаген, экстракт пресноводной водоросли F-глены, кофеин, мощный антиоксидант, экстракт тонизирует, подтягивает, увлажняет кожу портулака. Также карнозин, эффективный омолаживающий агент, который защищает клетки от старения и поддерживает эластичность кожи. И я могу сказать, что у меня с первого раза морщинки под глазами разглаживаются. Они у меня не сильные. Недавно я говорила, что у меня их нету, да, то есть они у меня не сильные. Они морщинки, но разглаживают просто великолепно. У меня сильная морщинка на лбу. То есть такой вот патчик звездатый. Классный. Я, честно вам скажу, я прям в восторге от этих патчей. Заказывала и буду заказывать. Я их сначала заказала, открыла, думаю, фи, как мало. Но они же узкие, они не такие, как Айсеул, да, или Океанум. Но потом я поняла всю их прелесть. Они очень хорошо работают с глазами. Особенно, если вы любите спать, как у меня сестра смеется, тюриком в подушку. Это значит лицом. Особенно, если вы это дело любите, то с утра просыпаемся, там вмятина, тут вмятина. И прямо на вмятину кладем, и все вмятины разглаживаются. То есть на всем лице можно вмятины разгладить вот такими патчами. Вот этот я недавно открыла, в общем, показала вам эту красоту, а этот пока открывать не буду. Ну и еще такая вот маска Кика, возрождающая маска для лица. Так, она идет на восстановление защитных свойств, также на повышение эластичности, защищает от преждевременного старения и устраняет следы стресса и усталости. В принципе, да, тут есть лопаточка, также тут есть еще крышечка. И вот такая вот она густенькая масочка. Давайте с вами попробуем. То есть вот таким вот образом она кладется, но она сейчас поплывет. То есть она очень хорошо по лицу распределяется. Вот запах. А вот у нее какой-то, знаете, такой свежий кисленький запах. То есть я вот так вот вбиваю. И, по-моему, эта маска не требует смывания. То есть я ее вот так вот вбила и пошла, например. Я очень люблю на ночь магний пить. Пока магний выпила, пока со всеми поболтала. Так, способ применения. Для экспресс-результата наносим плотным слоем на очищенную кожу лица, смываем водой. Так, более интенсивно на очищенную кожу лица оставляем на ночь и умываемся только утром. Вот, вот эта маска, она не требует смывания. И мне чем она понравилась? Тем, что она действительно очень хорошо разглаживает. Как-то вот, знаете, чем больше всяких разных масок, тем лучше оно действует, потому что мы не знаем, чего не хватает нашему организму, какой кожи, да и организм ко всему вечно привыкает. Ну вот все, уже смывать нечего, то есть оно впыталось, хотя я не очень-то и мало нанесла. Ну и последнее, что я вам хотела показать, это такие вот новиночки, модные стрелки. Так, давайте пришпандорим. Жидкая подводка для глаз Glamis удаляется в виде пленочки теплой водой. Действительно так, но ресницы-то они же в виде пленочки не удаляются. Ну что ж, поедем смотреть, значит, какие у нас тут есть цвета с вами, да. Артикул 55624, такая вот красотка. 55624, то есть сама штучка такая вот маленькая. А кисточка такая вот интересная, то есть она гнется. Можно нарисовать очень тонко, можно нарисовать потолще. Это такой коричневый, да, как вы видите, оттеночек. Очень даже красивый, приятный, все хорошо и здорово. В каталоге как смотрится, да, практически черный. Но он такой, знаете, для натурального макияжа. Угу. Так, следующий оттеночек. 55623, чисто черный. Можно тоненько нарисовать, потолще. Я, если честно сказать, не люблю такие подводки. У меня не получаются ими подводиться. Нисколько не получается. К сожалению, я косорукая в этом моменте. У меня такие подводки любит только свекровь. Следующее. Артикул 55625. Это очень красивый цвет. Я пробовала с ней проходить целый день. Мне понравилась стойкость. Мне все понравилось. Но как я ее наносила... Ой, ребята, сколько я нанесла, много, да как я долго выравнивала, это просто кошмар какой-то. Это невообразимо просто, это тяжело, я не умею. Так, дальше, значит, артикул 55622. Это тоже очень красивый цвет, прям шикарный такой оттенок. Давайте его ближе к коричневому положим. Дымчатый такой коричневый, очень прям красивый.
тоже смотрится натурально. То есть, если это чисто коричневый, это такой дымчато-коричневый. Но я не знаю, как им глаз выводить, стрелку. У меня не получается, ну хоть убейте. Не умею ими пользоваться, никогда не умела, но в принципе цена довольно-таки приемлемая, да, то есть я себе заказала попробовать, посмотреть, у меня не получилось, но я знаю, что моя, например, любимая свекровь, это с удовольствием израсходует, и она будет очень рада новым подводкам, и они у нее постоянно кончаются, она их там разбавляет, еще наносит, то есть это очень долгий момент. Потом, значит, какой еще момент у них есть? Было написано, что удаляется в виде пленочки теплой водой, действительно, так оно и есть. Я пошла умываться, и вот эта вот пленочка, ну сейчас оно, видите, еще не замерзло, да, но на самом деле, когда оно замерзает, оно действительно скатывается в виде пленочки, у меня такой шарик был на руке, и вот этот шарик я катала, и он уже ничем не растворяется, этот шарик, тоже как бы прикольно. В общем, достойная такая подводка, все, что заявлено, делается, их 4 получается оттенка, все оттенки такие базовые, красивые, как раз те, что нам нужны. Ну что ж, мои дорогие, с вами была Кононова Аня, проект Faberlic Online, до встречи с вами в новых видео.